Всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, продолжаем WWE 2020. У нас вновь вселенная, и как вы уже видите на своих экранах, это Money in the Bank. И да, сейчас будет защита интерконтинентального титула. И, собственно, обладатель его, это Алистер Блэк, за него мы и будем играть, мы будем защищаться, получается, да. Именно так, будем защищать свой титул против Шински Накамуры. Я вот прям, знаете, пару минут до выбора бойца сидел и думал, за кого же лучше играть. И с одной стороны, Алистер мне нравится больше. С другой стороны, я хотел, ну, поменяем кому-нибудь пояс, почему бы и нет. Может быть, какой-нибудь потом устроит реванш. Ну и потом все-таки решил, что ладно, давайте просто... Постараемся, ой, что-то с голосом моим, постараемся защитить свой титул, и думаю, этого будет достаточно. Опачки. Это кто такой? А, это Шенский, чуть не узнал его. Так, ну, очередной заглюк. У нас уже было такое недавно. Блин, вот Шенский, ты мне все испортил. Я хотел взять опять картиночку, заставочку с поясом континентальным, а ты вот взял и все обломал. Все обломал мне. Что теперь мне делать? Все, наконец-то он пошел. Оттупился. Че толкаешься, не понял? Что такое? Что происходит? Ау! Ау! Все, Женский, ты проиграл. Ты уже проиграл. Вот так вот, по щам. Получил по щам. Нормас. Не, отпускаем, отпускаем. Да, Блакс. Ну да, я люблю такие вот приемчики, особенно когда они ни хрена не попадают. Ау. Ау, 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 ты что творишь? Шенский, хорош. Оу, найс, 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 найс. With more than a dozen years under his belt, Aleister Black certainly made a big name for himself prior to coming to WWE, especially while competing in the United Kingdom. How do you get the upper hand against Aleister Black when his strikes are so quick, so vicious? You got to take his legs out of the equation as soon as possible. You can't get knocked out by a black mask if Aleister Black can't. Oh. That's easier said than done, Corey. Так, ну я хочу с канатом. То же самое, но с канатом. Да, отлично попал. Ну, я не знаю, кому больше досталось. Но если мы встали первые, значит, не нам. Ау! Ты что такое? Судья, ты видел это? Может быть, удар ниже пояса был? Так, Шенский, все, тихо, тихо. Ау, да что такое, не успеваю. Он побыстрее. Чем Алистер, мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Back into the ring.
Ну залазим, ну что ты стоишь? Ау, по почкам, по маленьким грибочкам. Найс. Ой, хорош, прошло. Локтем-то, а. Блин, у меня сигна есть, но у меня нет риверса. Да ну хорош! Вот это очень плохо сейчас. Это очень плохо. Сейчас можно получить вообще сильно очень. И у меня нету ничего. Я ничего не могу использовать. Блин, это будет сейчас очень жестко. Ау! Хорош. Красиво. Так, отлично. Ха! Прошло. Прошло. Так, давай. Блин, а я другую финишер хотел. Ну ладно. Ах ты, какашка, какашка, маш... Тихо. Говнить, а? Не-не, не так. Ну, ну серьезно. Ладно, хоть успели. Ай, нет, не успели. Тихо. Да, ништяк. Найс, 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 найс. Замечательно. Пока что все идет хорошо. Я ему столько раз уже по щам дал. На самом-то деле. Очень-очень много раз уже. Вот, вот такой вот я хочу. Да-да-да. Поднимаем, поднимаем его. Вот, вот это хорош. Black Mass. Ну нет, он просто уходит и все. Уходит и все, тихо. Ништячок. Просто что-то очень все быстро получается, я не знаю почему. А, вот, камбэк. Все, ништяк, можно использовать. Можно использовать камбэк. Куда пополз? Будем камбэчить. Окей. Окей. Все, сейчас будем заканчивать. Я думаю, можно на этом с ним попрощаться. И финишер. Окей, все. Да, коротенькая серия получится, но что-то слишком, слишком легко. Я не знаю почему. Проверим, проверим. Может быть, вчера после стрима что-то. Не, не тут. Нет, все, все стоит. Все стоит хорошо. Ну не, это слишком легко было. Это слишком, слишком легко. Прям, ну, я не думаю, что такая колоссальная разница между этими бойцами. В принципе, Шенский должен был тоже себя очень хорошо показать. Не знаю, почему это ему не удалось. Это... Да в смысле New? Я и был. Или я тут был про... Подожди. Что-то я забыл. Из-за того, что вначале Шенский нам не дал нормально выйти, я все упустил.
Какой разговор-то? Кто был чемпионом? Или просто был пояс на кону и не было у него обладателя? Да-да, тогда, скорее всего, так. В общем, ладно, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Если тебе понравилось это видео, то есть тебе лайкосик, подписочка, комментарий. А также было бы очень полезно для нашего канала, если бы ты поделился этим видео в соцсетях. Это, наверное, самая-самая большая помощь в продвижении нашего контента, нашего канала. В общем, с вами была Максим. Была. Вот. В начале ролики было, а в конце уже было. Вот так. В общем, только проснулся, не обращайте внимания. Собираюсь на работу немножечко. Помятый. В общем, все, ребятки, всех люблю, целую, как говорится. Всем пока.